Время большого спорта для криптовалюты. Американская баскетбольная команда Dallas Mavericks уже в следующем сезоне начнет продавать билеты за криптовалюту. Владелец и инвестор команды Марк Кьюбан говорит: «Мы собираемся добавить возможность криптовалютных платежей. Принимать к оплате будем биткоин, эфириум и, возможно, некоторые другие валюты, однако пока этот вопрос еще окончательно не решен». Состояние Марка Кьюбана оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. Помимо баскетбольной команды, он владеет сетью кинотеатров и кабельными сетями HDNet и HDTV. Кроме того, он руководит криптовалютным инвестиционным фондом, и один из проектов Кьюбана, стартап по ставкам в спорте Unicorn, собрал посредством ICO 31 миллион долларов.